Кавказско-беловежский зубр занесен в Международную красную книгу, и это один из самых крупных млекопитающих Европы. Обитает он на архызском участке Тибердинского национального парка, сотрудники которого ежедневно проводят зимнюю подкормку и ведут постоянный мониторинг популяции животных. Члены Русского географического общества во главе с председателем Карачаево-Черкесского отделения Вячеславом Онищенко приняли участие в мероприятии по охране и уходу за популяцией травоядных представителей фауны. Позже с ними побеседовала Алла Динаева. Здравствуйте, Вячеслав Валентинович. Никогда не думала, что с вами будем записывать интервью вот в такой интересной компании по соседству с краснокнижными животными. Расскажите, пожалуйста, Вячеслав Валентинович, вы раньше работали в заповеднике? В каком году это было? И тогда уже разводили здесь? Здравствуйте. Да, очень интересная сегодня наша беседа расположена на фоне живописной природы и вот этого уникального стада зубров, который занесен в Международную красную книгу. Этот вид особо охраняемый. И зубр, он всегда ассоциировался с Тибердинским заповедником, и сейчас в национальном парке я смотрю, как они хорошо выглядят, как они хорошо перезимовали. Вообще у них очень уникальный вид. Я с 70-го года работал в заповеднике, и все время заповедник ассоциировался именно вот с зубром. Поэтому на него всегда обращали внимание. Краснокнижный вид огромных размеров, он достигает до 1 тонны, они вырастают. И всегда на всех этапах работы заповедника в течение 37 лет мы были связаны с зубрами и в плане научных исследований, и в плане охраны, и в плане воспроизводства их, и в плане востребованности к широкому кругу посетителей. Вячеслав Валентинович, а вот сейчас мы наблюдали подкормку зубров. В самом начале они чуть агрессивнее себя вели, мне так показалось. Сейчас они вот более спокойны. Вот опасно находиться на таком расстоянии с ними? Скажите, пожалуйста, и что означает, что вот этот зубр разлегся недалеко от нас? С виду такие спокойные животные, конечно, они могут, знаете, вот притупить немножко бдительность. На самом деле они бывают опасными. Почему? Потому что они очень чутко реагируют на присутствие посторонних, охраняя свой молодняк. Сейчас в стадии порядка 10 голов молодняка, и вот они очень ревностно охраняют. Сейчас их подкормили, они успокоились, и вот даже вот улегся отдыхать спокойно один из таких довольно эффектных представителей, самых крупных представителей стада. Видно, он занимает какое-то лидирующее положение в стаде. Мою бытность, численность их достигала 56 голов, именно вот в Кызгичском лесничестве. На 19 тысячах гектарах 56 голов – это, конечно, очень большое количество, потому что в результате одновременного нахождения такого количества зубров на такой территории, на ограниченной территории, оно всегда чревато деформацией этой территории, то есть нарушением природного баланса. В чем он выражался? Это были уничтожены вообще некоторые виды растений, такие как, например, ильм шершавый. Не только он, поражался голландской болезнью, но и зубры, излюбленный корм зубров, которые уничтожали его, даже поедая сухие ветки, довольно толстые сухие ветки. Окоровые стволы, когда деревья уже прекращали свою физиологическую деятельность. Потом, осина, они очень любят кору осины, жесткий корм. Поэтому они не доживают до 30 лет, хотя предельный возраст считается у них 30 лет. Они, питаясь этими жесткими кормами, они и изнашивают зубы, и потом уже корм для них становится труднодоступным. И они обычно трудно выживают тогда, да. Вячеслав Валентинович, почему-то опять они в нашу сторону стали направляться, мы их чем-то... Это элемент, видимо, это элемент любопытства. Очень близко. Вот к вам подошел. И
он пасется, видите, он не проявляет агрессивности, но, тем не менее, такая близость, это уже, в общем-то, опасно. Может, отойдем тогда чуть-чуть? Ну, рядом с нами зубровод, я думаю, что он, и вот как раз контролирует ситуацию. По их работе хотелось бы. Расскажите, вот на ваш взгляд, как специалиста, как зубры перезимовали, и вот как сотрудники, которые подкормку осуществляют, как они работают, сотрудники заповедника? Очень приятно в коллективе сейчас кызгычского отдела национального парка видеть потомственных представителей охраны. Это вот на руководителя охраны. Я работал с его отцом. Даже как-то принимал участие в том, чтобы он перешел с лесхоза к нам в заповедник. Маджир Лукманович Хубиев. Затем, значит, ну, многие, с которыми мне посчастливилось работать, уже ушли из этой жизни. Но, тем не менее, они оставили очень хороший след, потому что их дело, которым они занимались, охраной, воспроизводством вот этого редкого вида, размножением этого вот зубра кавказского, в который, в общем-то, побыв здесь определенное время, он полностью адаптируется к этой природе и становится похожим на его коренной объект кавказский зубр. Они здесь обитали в естественных условиях. И последний экземпляр кавказского зубра был уничтожен в 1927 году вот на территории Краснодарского края. Но в результате длительной селекции, значит, был выведен вид кавказского зубра, очень схожий с его естественным предком. Вот. Но в нем было 16% примеси. Ну, а сейчас сюда завозят, чтобы восстановить уровень стада для размножения, для расселения их по региону, с Прёкско-Террасного, с Окского заповедника. И поэтому сейчас трудно говорить о чистопородности, о чистокровности этого вида. Но, тем не менее, они адаптируются и хорошо. Вот горы для них они воспринимают хорошо. Вот судя по этому стаду, я вижу, что охрана отдела, кызгычского отдела, они очень плодотворно работают. То есть сохраняют все эти традиции, которые были заложены до нас, в наш период. И сейчас, после, когда мы уже здесь не работаем, мне, например, доставило большое удовольствие побывать здесь, посмотреть, как обстоятельства. Очень хорошо сохраненная природа. Вот. Ну и, конечно же, стадо. Стадо как эталон хорошей охраны можно рассматривать сейчас, вот, находясь рядом с ним. Ну вот я познакомился сейчас с зуброводом, новым зуброводом. Кипкеев Рамазан. Но он молодой, я с ним тогда не работал, но сейчас вот чувствуется, что человек предан своему делу и знающий зубровод, владеющий ситуацией. В кызгычском отделе национального парка я встретил человека, с которым вместе работал. Он в здравии, Сеид, это старожил, он давно работает. Ну так, бодро, хорошо выглядит, он еще способен многое сделать полезного для национального парка, передавая свой опыт работы. Низкая оплата, затем, значит, ну, не совсем такая вот достаточная обеспеченность, которая существовала, не привлекает вообще людей на эту работу. Но это вот как бы фанатики, они убежденные любители природы, знаете, вот патриоты этой природы. Это чувствуется вот при общении с ними. И глядя на вот эту обстановку, на ландшафты, которые так прекрасно сохранились. Вячеслав Валентинович, ну, завершим, наверное, беседу, потому что я смотрю, они все ближе и ближе нас окружают. То ли любопытство, то ли инстинкт самосохранения у них срабатывает. Спасибо большое за интервью. Будем рассказывать и в дальнейшем, надеюсь, жителям Карачаево-Черкесии, будем вместе с Русским географическим обществом изучать Карачаево-Черкесию. Спасибо. Не хочется расставаться так быстро вот с такой прекрасной идиллией природы. И, конечно же, я как председатель Карачаево-Черкесского регионального отделения
Всероссийской общественной организации Русского географического общества, постараюсь довести до первых лиц географического общества вот сегодняшнюю встречу, сегодняшнее общение с Тибердинским национальным парком и этим замечательным, в хорошем состоянии, прекрасным стадом краснокнижных зубров.